Ты хочешь лизун? Лизун! Говорит о своих желаниях Максим Новоселов не словами, а карточками. Игрушки. И некоторые игрушки выделены отдельно, которые он берет чаще всего по типу железной дороги, мяча, пластилина. Что именно изображено на картинке, 6-летний Максим знает, а вот назвать не может. Но так было не всегда. До 1,5 лет мальчик развивался, как все сверстники, пока вдруг не случился приступ. Он посинел, потерял сознание, судороги случились, остановка дыхания вот была у него. Извиняюсь. Массаж сердца делала, ему восстанавливала, пока муж скорую вызвал. Когда он уже, получается, очнулся, в больнице ему поставили на 8 часов капельницу. Он смотрит, и у него стеклянный взгляд. То есть это вообще не мой был ребенок. Я смотрю на него, Максим, а у него вот как стеклянный взгляд, он не понимает. Максим перестал говорить и понимать речь окружающих. Больше не узнавал родных, не держал ложку и с трудом управлял своим телом. Работать над координацией продолжает и сегодня. У него есть нарушение именно равновесия, баланса, и мы это компенсируем за счет специализированных упражнений. Только когда Максиму исполнилось 3 года, медики вынесли вердикт. У него аутизм. Осваивать любые навыки ему нелегко. Понимание речи в привычных ситуациях для него, он работает классно. Допустим, он съест конфетку, ему скажешь «иди выкинь», он пойдет выкинет. Но если дать ему бумажку и сказать «иди выкинь» за столом, он, скорее всего, это не сделает, потому что это непривычная для него ситуация. В следующем году Максим должен сесть за школьную парту. Чтобы адаптация прошла успешно, мальчику необходимо уже сейчас заниматься со специалистами. Курс стоит 150 тысяч рублей. Собрать такую сумму без вашей помощи семье непросто. Как это было и маме Полины Шустиковой. Только благодаря вашей поддержке глухая с рождения девочка теперь собирается в обычную школу. 140 тысяч рублей собрали десятки неравнодушных. И Полина смогла пройти обучение в специализированном центре. Теперь девочка не просто говорит, пересказывает тексты. О таких обычных радостях очень мечтает и папа Максима Новоселова. На том же самом саду помогал, чтобы машине научить ездить. Так же, как и все папы. Я думаю, со временем это все равно все будет. Так как он любит строить, все равно будет помогать. Просто нужно время. Перевести средства на помощь Максиму можно, сканируя QR-код, который вы видите на экране, или отправляя смс-сообщение со словом «чудо» и суммой пожертвования на номер 7878. Вместе помогать проще. Сегодня именно ты нужен Максиму Новоселову.